Բարև ձեզ եւ բարի երեկո հարգելի բարեկամներ եւ ընկերներ, ինչպես նաեւ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր եւս մեկ անգամ նկարահանվում է արվեստի մարդկանց գեղեցիկ հաղորդաշարը եւ ինձ հետ կվարի այս հիանալի հաղորդաշարը մեր բոլորի կողմի շասիրված Հայուի Սիրանուշը։ Здравствуйте, с нами всеми любимый человек, который дарит сказку на торжествах, Լիվան Շուլ։ Ինչպես նաեւ հարգելի բարեկամներ, միշտ մեզ հետ է ձեր բոլորի կողմից շատ սիրված Սամվել Ստուդիան եւ մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ասում են հարգելի բարեկամներ, մեզ մոտ Սիրանուշ, եկեք ներկայացնենք Մարինա Ղուկասյանին։ Сегодня у нас в гостях автор многих красивых песен, красивая женщина, отзывчивый друг и хороший человек. Хороший человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное вам, что вы приняли наше приглашение и вы сейчас здесь с нами, потому что для нас есть много интересных вопросов, для наших зрителей тоже есть вопросы, потому что многие вас не знают, просто ваше имя и фамилия там прочитали, где многие исполнители исполняют ваши прекрасные песни. Нас интересует, мне и Сирануш, и зрителям тоже интересует, Тикин Марина, как вы начали? Как у вас получилась первая песня и остальное там, как у вас это? Что вас вдохновило? Ну, я вообще раньше писала стихи, да, у меня есть свои 3 сборника стихов, ну, а потом подумала, а вдруг получится, что на мои слова могут родиться песни. Новое, да, что-то новое? Ну, и я стала интересоваться, стала сама писать музыкантам, которые потом стали моими близкими друзьями, да, ну и потихоньку, на сегодняшний день у меня 173 песни, да, это шикарно, да, 64 просто исполнителя, и все они мои друзья, талантливые друзья, да, которым я очень благодарна за то, что они были рядом, за то, что они в меня поверили, ну, я думаю, я буду продолжать в том же духе радовать своих поклонников, поклонниц, потому что... Конечно, ну это не каждому суждено, как говорится, да, Сирануш? Не каждому дано. Ну, да. Не каждому тоже дано. Вот я знаю, да, многих певцов, которые вот вы для них писали песни, вот знаменитые, да, ну все их знают, вот Мамвела Пашаяна даже, но у него даже есть прекрасная песня «Модница». Ну все песни красивые, да? Ну вот «Модница», «Джана-Джана», да? Есть вот эти песни, дорогие дамы и господа, вот писала уважаемая Марина Ғуқасян. Расскажите, пожалуйста, как вы начали свой творческий процесс с Мамвелом Пашаяном? Ну, я как-то прочитала у него в статусе «Эх, не знаю, как быть». Ну, я и знаю, что у него очень много поклонников, которые любят его творчество. Ну, конечно, мечтала, чтобы его исполнение тоже прозвучали мои слова. Ну, я ему написала в комментарии «Как не знаешь, как быть, надо песни свои дарить». Да. Мы созвонились, и у нас родилась песня «Королева». После «Королевы» вышла песня «Слезы капали». Ну, а потом идет «Джигарь моя», «Заманила», «Для тебя», «Модница». Вот последняя песня вышла «Самая-самая», которая всем нравится. Да, ну, я да, уже... наш творческий союз с Мамвелом Пашаяном, думаю, обрадует вас еще немало красивыми песнями. Ну да, это на свадьбах, да, это вот последняя песня, даже самая-самая, я бы сказал, что стал очень сильно популярным за короткое время, да, потому что я часто встречаю певцов, с ними работаю на свадьбах, вот с Мамвелом недавно мы работали, и уже люди знают, и это отлично. Но я вам скажу, не только Мамвел, есть определенные там хорошие люди, хорошие певцы, которые опять работают на свадьбах, да, выступают, но у них тоже есть хорошие песни, популярные. Вот я часто тоже встречаюсь с Томой Арутюяном, Сорокой, со всеми. Вот я знаю, что в скором времени, или уже есть, сколько мы знаем, у вас есть еще одна прекрасная песня про отца и дочь с исполнением Тома Арутюяна, да? Ну, с Томой Арутюяном у нас тоже такая красивая история. Она мне написала в «Одноклассниках», мне нравится, как вы пишете. Тома Арутюнян, мы познакомились в «Одноклассниках», она мне написала, говорит, мне написала, нравятся ваши песни, ваши тексты,
Ну, я говорю, давайте я вам вышлю, вы посмотрите. Если вам понравится, я не против, чтобы вашим красивым голосом звучали мои слова. И вот у нас Розиан спел первые песни «Не ревнуй». А потом, когда я написала самую первую песню «Душа моя», музыку и слова написала этой песни я, Тома ее спела, Родюнян. Ну, я так ее и называю «Душа моя». И она так и есть. Она очень хороший, отзывчивый друг, она очень талантливая. Ну, она душа моя, и этим все сказано. Это, ну, конечно, это приятно и нам, и нашим телезрителям, да. Но у нас был недавно в гостях Эду Барнаульский, и просто интересно, вот Тома, Манвел, мы как-то так мы встречаемся в России, да. Но как вы познакомились с Барнаулом Эдгаром? Вот это тоже нам очень сильно интересно. Я с Иранушем, когда мы сидели, обсудили, да, текст, что будем сказать, там мы тоже, да, волнуемся все-таки. С Иранушем спрашиваю, да, говорю, Сирануш, а ну с Эдгаром как они познакомились? Сирануш говорит, я сам буду спросить, так, сама буду спросить, туда-сюда. Вот, Сиранушу даю, Сирануш, спроси, вот, потому что я сам это не знаю. Мне очень интересно, как вы познакомились с Эдо Барнаульским. Ну, я также ему написала, я говорю, мне нравится ваше исполнение. Вы не хотели бы почитать и мои тексты, просмотреть? Ну, я выслала, и буквально, наверное, месяца через 3-4 выходит песня «Сказка», которая, наверное, в Армении 2 месяца в хит-параде была на первом месте. А потом я написала им дуэт «Я и ты», где он с Ириной Тарханян и Эдо Барнаульский спели эту песню, тоже очень красивая, про красивую любовь. Хотелось бы всех отметить, кто исполняет мои песни, потому что каждый из них имеет свое место в моей душе. И Марат Мелик Пашаян, и Араик Апресян Арока, и Руслан Гюрджан, и вот с Владикавказа Наталья Арутюнянц, Лариса Бушина, Ирина Касьян. Я благодарна всем, кто в меня поверил. И даже тем, кто не поверил в меня, это тоже какой-то рода мотивация, да, для того, чтобы не то, что доказать, а просто, ну, я работаю, я как-то получаю вот это удовольствие. При рождении песни это какой-то праздник моей души. Вас вдохновляют исполнители, которые исполняют вашу песню, и многие люди ее слушают, восхищаются этой музыкой. Я также благодарна всем комментариям, всем теплым словам, всем этим смайликам, букетикам, которые в интернете дарят мне, пишут мне. Они стояли у истоков моего творчества. Поименно их очень долго называть, потому что их очень большое количество, но я благодарна всем, каждому от души. Мира им и добра. Пусть их мечты сбываются. Насколько мы слышали и знаем, что вы имеете 2 своих авторских альбома. Да, у меня 2 авторских альбома. Первый альбом назывался «Королева», второй альбом назывался «Кареглаз». И вот хочу к женскому дню 8 марта выпустить 3-й альбом, который будет называться «Песни моей души». Ну, если вы хотите, я могу заниматься вот продажами дисками, да, на 8 марта. Вот сколько я недавно сам участвовал вечер с Мариной Гукасяном, да, и столько певцов спели ваши песни, но там что-то не хватало, знаете, что? Я бы хотел вот альбомы, да, вот новые, которые выйдут вот 8 марта, тот же самый вечер, как организуем, если возможно это. Ну, у меня есть в планах организовать вечер, но я хочу сделать вечер благотворительным. Итак, дорогие дамы и господа, я хочу вам сказать, что 8 марта будет сенсационный вечер с Мариной Гукасяном. Вы там можете купить прекрасные альбомы с исполнением много знаменитых кавказских певцов. И я вам скажу, диски будут недорого, потому что я сам лично Бьем Шоу будет продавать все это. Так что буду ждать вас. Следите за нашими новостями. Так что Instagram forever. Таким, Гукасян, я был у вас на авторском вечере, да, и там мне очень сильно все понравилось. Ну, как говорится, это ваш вечер, я бы хотел от вас услышать, и многие зрители тоже хотели услышать от вас. У вас получился это или нет? Ну да, у меня мечта сбылась. 24 мая в кафе «Граф» был авторский вечер, который назывался «Песни моей души». Я благодарна каждому, кто приехал, украсил мой вечер, каждому гостю, кто пришел на этот вечер, и тем, кто позвонил с Армении, с Москвы, с Волгограда. Ну и кто не смог приехать, а душой был со мной, я тоже благодарна. Вот сбылась моя мечта, теперь я родилась другая мечта, и я к ней думаю, что и она исполнится.
скором времени. И если не секрет, не скажете? Ну, еще один красивый вечер, только уже. Уже? Уже? В большом объеме. В большом объеме. Хорошо, это отлично. Это уже к хорошему. Но в ближайшее время есть новые идеи или новые песни, или новые слова, которые вы хотите это все отдавать бумаге, чтобы все это... Да, сейчас вот выходит и не одна моя новая песня в исполнении молодых, талантливых исполнителей. Да, это и Руслан Гюрджан, и Завен, и... Диана, с города Москвы, девочка, 15 лет, вот буквально, «Тайна красивая» называется песня. Саня Межлумян, Артур Межлумян. Да, очень много талантливых ребят, которые, ну, обратились ко мне, ну, а я с удовольствием написала им тексты. Я думаю, песни тоже всех порадуют. Выходит еще скоро новая песня «Танцуй, танцуй» в исполнении Або Кирвобатского. Да, а он в Сочи, да, живет? В Сочи, да. В Адлере. Вот да. Недавно у нас вышла песня «Море, Сочи, Адлер, рай, да, ты да, кайфуй да. и загорай». Это вот где-то месяц назад премьера клипа была. Да. А какие у вас планы на Новый год? На Новый год отметить хорошо Новый год в кругу близких и родных, задумать новые планы на новый 2017 год и идти к цели, которая стоит перед тобой. Почему я спрашиваю? Потому что вот вы женщина, которая имеет много знаменитых друзей, много знакомых. Я бы хотел уточнить, ну, как всегда, для вас первое место – это ваша семья, ваши дети, ваши внуки. Сколько мы знаем, у вас внука тоже есть, правильно? Да, у меня две внучки, два внука. Без поддержки близких и родных никогда бы у меня ничего не получилось. Если есть поддержка со стороны твоих близких людей, конечно, у тебя все получится, а когда тебя не поддерживают, у тебя никогда ничего не получится. Я слышала, что у вас 173 песни, а я хотела бы узнать, какая из этих песен больше всего вас вдохновляет по сей день и в чем она исполнение? Ну, самая такая песня, которую по сей день я слушаю, и это, конечно, песня «Королева» в исполнении Манвелы Пашаяна. И песня «Душа моя» в исполнении Тома Арутюнян. Эти две песни. А еще раз вам напоминаю, что с нами сегодня в гостях была Марина Гукасян. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время, пришли, ответили на наши небольшие вопросы. И мы рады вас видеть. И вам спасибо, что вы меня пригласили. Я желаю людям искусства, чтобы процветала эта передача. Леон. Сирануш, удачи вам, любви, Самвел Студио. Да, вы мои близкие друзья. И я думаю, скоро я вас порадую не одной красивой песней. И спасибо всем моим поклонникам и поклонницам, кто меня поддержит и кто в меня верит. Всем удачи и добра. Что на колесе такие Марина Гугасян, что на колесе Кайтну Мьева с Меган Камдес. Что на колесе? Им Ковмит, Самвел и Ковмит. Что на колесе Кайтну такие Марина Дзес, вот Дук. Այսօր այստեղ էիք, բազում հարցեր մեզ համար բացեցիք, մեր հեռուստատեսի համար բացեցիք։ Եվ հարգելի բարեկամներ և ընկերներ, շատ շուտով մոտիկանում է ամառ նորը, մոտիկանում է նոր տարին, ձեզ բոլորի գալիք նոր տարիներ շնորհավոր լինի։ Եվ ցանկանում եմ ամենակարևորը, որ միշտ նոր տարի մենք ձեզ կներկայացնենք նոր և հիանալի համերգային ծրագիր, որտեղ դուք կլսեք Տիկին Մարինա Ղուկասյանի կողմից գրված որոշ երգեր և բազում մյուս երգիչների կողմից երգեր և ձեզ վստահեցնում ենք, որ այս տարին լինելու է մեր բոլորի տարին։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ և միջ նոր հանդիպում։ Ձեզ հետ էին Սամվել Ստուդիան, Լեոն Շոուն, Տիկին Մարինա Ղուկասյան և իհարկե Օք Մոդելս, Սիրանուշ, շնորհակալություն, պակա։